Всем привет, дорогие зрители! Приехал я сегодня в район Кыргыджак к одному застройщику, в котором я работал раньше. Называется Kona Construction, качественный застройщик, надежный. У меня есть у них эксклюзивные скидки, которые сами скажут сотрудники, которые здесь работают. Также знаю шефа напрямую, мы с ним дружим. Короче, сами они расскажут о проектах, что у них есть на данный момент. Быстренько отсниму. Раньше был офис у них тут. У них в основном люксовые проекты на первой береговой линии. Connaught Tower, Connaught Seaside Homes, Connaught Resort. Сейчас Connaught Premium построили. Там же все продано. Остались квартиры подороже. Офис они реставрируют. Пока что они переехали в ту сторону. Сейчас пройдусь я им в офис. Здесь у них вот верхняя пешеходная дорожка, мостик, который ведет к пляжу Кыргыджака. Салам алейкум, шаты. Саласас. Алла ясен. Это наш шеф компании. Салам алейкум. Ассу. Мерва. Я YouTube пойдем сегодня. Так, пройдемте. Здравствуйте, Надежда. Так, Надежда, нужно рассказать моим зрителям о ваших проектах, что у вас есть новое. Начнем с минимальной цены. И потом то, что у вас осталось, расскажите. Сперва про нашу компанию расскажите. Когда строительная компания была? Компания у нас основана в 1965 году. Работает она весь этот период на строительном рынке. Изначально строили в центральной части Турции, то есть в Анкаре. И с 1986 года мы строим в Аланийском регионе. Сейчас у нас есть несколько строительных проектов, как на стадии застройки, как мы готовы. Вот сейчас один из самых наших новых проектов – это Connaught Green Towers. Расположен в районе Ассалар на участке 17 тысяч квадратных метров. Здесь у нас будет 5 блоков, каждый блок по 90 квартир, 450 квартир в общей сложности. В данный момент мы продаем 2 блока, которые сами по себе автономны, то есть комплекс состоит из 5 блоков, но он разделен на 2 части. 3 блока отдельно, 2 блока отдельно. В продаже сейчас имеются вот эти 2 блока, у них есть вся полностью инфраструктура на территории комплекса, то есть это 2 открытых бассейна, один из которых с горками, закрытый зимний бассейн, фитнес, зона спа, открытая парковка, детская закрытая игровая комната и открытая детская игровая площадка, зона барбекю. Вся территория полностью закрыта под видеонаблюдением. Большой проект из 5 блоков, да, зона тоже большая. Расстояние до моря какое? Расстояние до моря 1 километр. 1 километр, понятно. А здесь у нас сейчас на данный момент, на сегодняшний день, на 11 августа цены начинаются от 46 тысяч евро. На квартиры 1 плюс 1 от 65 тысяч евро, на квартиры 2 плюс 1. Угу. Есть планировки 3 плюс 1, это садовые дуплексы и верхние пентхаусы. Я планировки все поставлю в конце ролика, все 3D-фотки, то, что инфраструктура, которая будет присутствовать, и открытый бассейн видно. Вот на у нас вид. Хорошо видно, как расположен комплекс относительно самого района, то есть он находится напротив пляжа Инжикум, недалеко от реакционной зоны. Это один из лучших пляжей. Пляжи Анталии. Вот наши 5 блоков. Проходит дорога, которая ведет напрямую к морю. Есть дорога, которая ведет в сторону центра. Проект будет начато строительство в декабре 2021 года, окончание строительства декабря 2023 года. Мы даем рассрочку на период 1 год 9 месяцев до апреля 2023 года. Начальная оплата какая? 30% первоначальный взнос, остальное на период рассрочки удобным график. Понятно. Гибкий график у вас. Да. И если мои клиенты обратятся ко мне, мне будет какая-нибудь скидка? Да, мы всегда обсуждаем индивидуальные условия, конечно, да. Обсуждаем. Так как я давно работал здесь, какая скидка будет, допустим, на этот проект? Я не могу комментировать размеры скидки, это все будет индивидуально обсуждаться с нашим руководством.
Понятно. Мы можем сделать вам какие-то подарки, можем финансовом эквиваленте. Это все будет индивидуально обсуждаться с каждым клиентом. Хорошо, это я сам обсужу с нашим главным шефом Чатбеем. Все, вы услышали, дорогие зрители, вот этот новый проект. Кого интересует, уже вроде продано, да, много? Правда? Да, здесь у нас уже порядка 30% квартир. Прайс-лист присутствует. Да, я его добавлю в ролик. Посмотрите, дорогие зрители. Так. Следующий наш проект, который сейчас находится на стадии строительства, это Конак Премиум. Расположен он в районе Каргаджак, недалеко от нашего офиса. Здесь у нас 25 тысяч квадратных метров участок. На нем расположено 8 офисов. Здесь это наш офис. В нашем готовом комплексе Конак Сисайд Хоумс на соседнем участке мы сейчас строим Конак Премиум. Участок 25 тысяч квадратных метров, на нем расположено 8 блоков, общей сложности 450 квартир. Инфраструктура комплекса включает в себя большой торговый центр, расположенный в первой части комплекса. Mm-hmm. Здесь у нас будет свой супермаркет Мингрос. Сразу над торговым центром расположены 3 частные виллы, то есть каждая вилла полностью автономный дом на одного хозяина. Виллы проданы? Виллы, две поменьше, которые остались сейчас в продаже, одна побольше продана. Оставшиеся виллы 450 квадратных метров площадь, 4 этажа, планировка 6 плюс 1. У каждой виллы свой бассейн, свой лифт, свой гараж и свой небольшой присадебный участок. И цена, если не помните? На данный момент 1 750 000 евро. 1 750 000 евро. Первая береговая линия, дорогие зрители. Между виллами у нас расположена открытая терраса ресторана, зона с фонтанами, с озеленением. Угу. Сразу за виллами расположена первая зона инфраструктуры, то есть между блоками А и Б, это 6000 квадратных метров, большая территория. Здесь у нас будет расположен ресторан, зона спа, закрытый зимний бассейн, фитнес, боулинг, бильярд, детская закрытая игровая комната. То есть вся инфраструктура, которую мы обычно делаем в наших комплексах. Люкс-инфраструктура, так скажем. В верхней части под блоком L у нас дублируется вся инфраструктура, то есть это еще один ресторан, еще одна зона спа, закрытый бассейн, фитнес, детская игровая комната, все в двойном экземпляре. В средней части комплекса у нас расположена открытая детская игровая площадка, здесь же у нас расположены танцующие фонтанчики. Под каждым блоком своя подземная парковка, на каждую квартиру идет свое машиноместо. В каждом блоке по 50 квартир, дальний блок L он идет сдвоенный на 100 квартир. Цены на данный момент на 11 августа стартуют от 150 тысяч евро за квартиру 1 плюс 1, от 215 тысяч евро за квартиру 2 плюс 1 и от 305 тысяч евро за квартиру 3 плюс 1. Планировки от 68 и выше квадратных метров, это если мы говорим про квартиру 1 плюс 1. Мы также на этот проект предоставляем рассрочку на 6 месяцев, то есть до окончания строительства. Проект дается 31 декабря 2021 года. Понятно. Все, на данный момент это проект. Еще у вас, наверное, где-то остались квартиры в других проектах. У нас есть еще 3 строящихся проекта, но там остались уже буквально штучные квартиры, поэтому мы на них останавливаться не будем, так как там выбор небольшой. Пока мы с вами сейчас обсуждаем, возможно, этих квартир уже понятно. Не останется. Понятно. Ну, на месте, если клиенты мои обратятся. Да, можно да. будет уже обсудить на месте. Обсудить можно будет на месте. Дорогие зрители, вы услышали все то, что рассказала Надежда Ханом. Кому будет интересен проект в районе Авсалар, обращайтесь. Сейчас пока что на Котловане проект или уже начали? Он еще не начал, он начнется в декабре 2020 года. А, я это пропустил. Пока, да. Пока стадия строительства, первый прайс-лист, потом цена по ходу будет подниматься. Кто хочет инвестировать в недвижимость в Турции, а именно в Алании, обращайтесь, поможем чем можем. Все, спасибо, Надежда Ханум. Спасибо. С вами был Агасий, Солнечная Алания. Всем пока-пока.